Еще на рубеже 40-х Центральный парк культуры и отдыха имени Горького или Загородный парк назвали «фабрикой здоровья». Его ценят за многогранность, достаточное количество развлечений, редкие растения и свежий воздух. Минувшая неделя в парке завершилась масштабным субботником при участии местных жителей, волонтеров и работников районной администрации. Хочется помочь владельцам парка, чтобы привести территорию в хороший вид. Она и так сейчас уже неплохо выглядит, но мы как вот свою лепту внесем, почистим газоны, там уберем мусор лишний. Поэтому парк, ну это жемчужина просто Самары, и в том числе Октябрьского района. Это место отдыха, релаксации, занятий спортом. Чистим газоны, сейчас сделаем подбор мусора, собираем листву опавшую. К сожалению, не все у нас люди могут после себя взять там какой-то фантик или что и опустить в урну, бросают. Поэтому вот приходится наводить порядок. Всероссийский месячник по благоустройству завершится в эту пятницу. Присоединиться к нему может любой желающий. При необходимости рабочий инвентарь предоставляют в администрации районов, а с регоператором налажена договоренность по вывозу мусора. Уборки проходят по всему городу. В этом году Загородный парк может войти в список объектов, которые будут благоустроены в рамках программы формирования комфортной городской среды. Мы хотим, чтобы у него появилось совершенно новое лицо. То есть, с одной стороны, нужно сохранить все лучшее, что в нем есть. По сути, это городской лес, и он должен остаться именно таким. Но при этом он должен трансформироваться в такие территории, которые были бы интересны людям разным. Отдать свой голос за преображение Загородного парка могут жители всей Самары. Голосование стартовало уже сегодня на платформе 63.городсреда.ру. Прием голосов продлится до конца мая. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.